Вітаю вас у ефірі новини Вітебської області у студії Артур Смоляков. Узровень смяротности в регионе істотно снижается, протяглость життя расте, а здоровье становится важнейшим життєвим приоритетом жихаров Витебщини. И все больше громадян долучаются до здорового ладу життя без шкодных звичок. Такие акценты зроблены на виниковом посяджении коллегии управления охови здоровья. Виконується и державная программа по демографической безопасности, удосконаление материально-технической базы, укоренение нового обсталевания и технологий позволяют проводить обследование и лечение непосредственно у лечебных установах в области, не звертаючися за допомогою у столичный республиканский науково-практичный центр. У специальных центрах при поликлиниках и больницах консультации проводят профессоры Витебского державного медицинского университета. И личбы яскраво свечить об становчих тенденциях у сферы оховы здоровья. У нас практически в два раза уменьшилось, естественно, убыль населения, учитывая, что в Витебской области самое пожилое население Республики Беларусь. У нас младенческая смертность находится стабильно на низких цифрах 3,6 на 1000 новорожденных. У нас отсутствует материнская смертность и смертность трудоспособного возраста. Мы выполнили уже программу демографической безопасности. Она составила 4,7 по программе демографической безопасности. Этот показатель должен быть равняться 5. У нас увеличилась ожидаемая продолжительность жизни до 72 лет. Это все благодаря не только работе медицинских работников, но практически всех служб. Черговая прямая телефонная линия снова пройдет у Витебского облвыконкома завтра. Ее проведет наместник старшини Витебского облвыконкома Эдуард Демьянов. Звонить можно с 9 до 12 годин по номеру 80212-20-42-60. До інших тем. Сумісний проєкт допомоги вимушеним мігрантам з України обмірковували у Вітебську представник управління Верховного комісара ААН по справах біженців у Республіці Білорусь Спадаржан Іубушарді, керівник представництва Міжнародної організації по міграції у нашій країні Зейнал Гаджиєв і старшиня обласної організації Червоного Крижа Галина Жаланова. Вони так само обмірковували стратегію далішого супрацовництва по програмі «Соціальна і медицинська допомога біженцям» і особам, которые шукают пристанища. Мы будем говорить немножко и о других категориях, вот, которые не указаны в указе президента. Это не Донецк. Например, вот есть поступающие из Херсонской, с Одесской области, с Днепропетровской. Там, поэтому здесь тоже нужно будет помогать этим людям и в каком ракурсе мы будем обсуждать. Мы предварительно договорились, что наши две организации разработают проектное предложение с целью получить финансирование от Европейского Союза. И основная цель такого проекта будет направлена на помощь адаптации тех украинцев, которые находятся на территории республики, в том числе и Витебская область будет покрыта этим проектным предложением. Квитки на техники у России стали тоннейшими. Решение об снижении тарифов приняли белорусская и российская чигунки. Снижение тарифов поменьшить кошт проезду на 30%. Например, до российской столицы у плацкартным вагоне теперь можно будет доехать приблизно за 500 тысяч рублей. До миллиона изменшится цена проезда у купе. Плацкартный билет подешевел на 200 тысяч рублей. Проезд в купейном вагоне подешевел на 300-350 тысяч рублей. И в люксовом вагоне СВ проезд подешевел на 450 тысяч рублей. Это тарифное снижение с 10 февраля положительно было оценено нашими пассажирами. По нашим данным, прирост пассажиропотока за эти 10 дней составил около 4%. И для справки, хочу сказать, что в месяц жители Витебщины совершают поездки во все города и станции Российской Федерации числом около 20 тысяч. Скидки будут формироваться в залежности от накерунку. По принципу «дали едешь, меньше платишь». До прикладу, кошт билета до Новосибирска снизится на 60%. Цена будет залежать и от терминов покупки, колькости набываемых квитков и места в вагоне.
Новопалачанка Дар'я Блажко, выхованка Витебскага абласнога цэнтра па зімовых відах спорту, заваявала для беларускай каманды першую залатую ўзнагароду на чэмпіянаце свету 2015 па біятлоне сярод юнакоў і юніёраў, які праходзіць у спорткомплексе Раўбічы. Сёння Дар'я перамагла ў спрынтарскай гонцы на 6 кілометраў з дзвюма агнявымі рубяжамі сярод дзяўчын да 19 гадоў. Пераможцу сусветнага першынства павіншаваў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашэнка. Прывітальны адрас да біятланісткі даслаў і старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Мікалай Шарснёў. Заўтра адбудзецца абласное культурна-спартыўнае свята «Віцебская лыжня-2015». Упершыню яно пройдзе на Вараб'ёвых гарах на лыжароллернай трасе ў гарадку. Спаборніцтвы збяруць аматараў здаровага ладу жыцця з усіх раёнаў Прыдзвінскага краю. Якія сюрпрызы падрыхтавалі арганізатары, раскажа наш корэспандэнт Сергей Місурагін. Пакуль з асаблівасцямі новай лыжароллернай трасы, пабудаванай у гарадку, пазнаёміліся толькі спецыялісты, беларускія спартсмены і месцішы. А вось у гэту суботу яна будзе трымаць вельмі адказны экзамен. Плануецца, што пераадолець сімвалічную дыстанцыю тут збяруцца тысячы жыхароў Прыдзвінскага краю. У лыжнай эстафеце прыме ўдзел губернатар вобласці Мікалай Шарснёў, а таксама каманды на чале з кіраўнікамі раёну. Пройдуць індывідуальныя гонкі сярод навучэнцаў, студэнтаў, работнікаў прадпрыемстваў і арганізацый. Не менш прыемных і нечаканых сюрпрызаў падрыхтавалі арганізатары падчас урачыстага адкрыцця лыжні. З паказальнай праграмай выступяць супрацоўнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Воіны-дэсантнікі і міліцэйскі спецназ прадэманструюць навыкі рукапашнага бою і валодання агнястрэльнай зброі. Цішыню паветра разарве гул вінтакрылых машын. У небе будуць лунаць спартсмены Віцебскага аэраклуба. Траса великолепная. Віцебскі облсполком готовіцца. Оргкамітэт готовіцца. Мы хацім, чтобы эти мероприятия прошли на самом высоком уровне. Люди, потому что проигравших не будет. Все, кто выйдут на лыжню, все они получат заряд здоровья. Поэтому мы готовим, у нас будут и маржи, у нас будет и русская баня, у нас будут и песни. Я думаю, что лыжня пройдет очень хорошо, и люди, которые придут, а это будет участвовать около 1500 человек, во главе с нашим губернатором, Шишневым Николаем Николаевичем. Так что мы все должны равняться на его, на нашего президента, который ведут здоровый образ жизни. Не менш відовішнае захапляльнае дзейства разгорніцца і на імправізаваных спартыўных пляцоўках. Выстава ваеннай тэхнікі і ўзбраення, спаборніцтва па шашках і шахматах, перацягванне каната, армрэслінгу, зняцце гіры, футбол на снезе. А таму зарад бадзёрасці, выдатны настрой усім удзельнікам гарантаваны. У суботу 21 лютага ад аўтавакзала Віцебску 9:20, 9:40 і 10:30 будуць арганізаваны спецыяльныя аўтобусныя маршруты. Дабрацца на спартыўнае свята можна таксама дызель-цягніком Віцебскі і Зарышча. Ён адпраўляецца з чыгуначнага вакзала ў 8:31. З гарадка ў Віцебск аўтобусы будуць адпраўляцца ў 14, 15 і 16 гадзін. Сергей Місурагін, навіны Віцебск. На сцэне беларускага тэатра «Лялька» прэм'ера спектакль «Папялушка» або «Крышталёвыя чаравічкі». Гэта новая пастаноўка заслужанага дзеяча мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Віктара Клімчука па матывах казкі Шарля Перо. Спектакль стаў дэбютам адразу для трох артыстаў лялічнага тэатра. Падрабязнасці ў матэрыяле нашага корэспандэнта Вікторыі Целяпковай. «Папялушка» – чароўная казка пра цуды, каханне і перамогу дабра над злом. Гэты твор знаёмы кожнаму з дзяцінства. Таму пастаноўка зацікавіць як маленькага, так і дарослага гледача. Як зазначыў галоўны рэжысёр, мастацкі кіраўнік беларускага тэатра «Лялька» Віктар Клімчук, спектакль добра падыходзіць для сямейнага прагляду. Акцэнты пастаноўкі надаваліся дабрыні, працавітасці, шчырасці і чысціні памкненняў. У нас жорсткі такі век, у нас такі прагматычны век, так, прагматычны час. Мне хацела сказаць пра вялікую дабрыню, якая існуе ў гэтым спектаклі. Калі мы зможам пераадолець тыя бар'еры, якія існуюць у нашай жыцці, і будзем рабіць гэта з добрымі намерамі, то ў нас ўсё атрымаецца, і мы будзем мець тое, што мы заслужылі. У спектаклі заняты ў асноўным маладыя артысты. Папялушку іграе Дар'я Зімніцкая, для якой гэта роля стала дэбютам у нашай краіне. Да гэтага яна служыла ў кіеўскім акадэмічным тэатры «Лялек». Сапраўдным выпрабаваннем стаў умоўны бар'ер. Держит язык немножко, вот, но калегі с этим помогают, поэтому, в принципе, хорошо. Но есть некое волнение, естественно, как всегда. Для пачынаючай актрысы Марыі Кавалёвай пастаноўка стала першым сур'ёзным тэатральным вопытам. Яна змагла паспрабаваць сябе адразу ў дзвюх ролях – мачахі і феі. Гэта стала добрай магчымасцю паспрабаваць розныя амплуа з рознымі характарамі.
что ты в жизни не выплескиваешь, а на сцене можно. Тебе дозволено это, и ты можешь делать все, что хочешь. Это очень здорово, и мне это очень нравится. Спектакль богаты на шикованные декорации, костюмы, сценичные спецэффекты. А казачная атмосфера перемоги добра над злом робить постановку надзвыше актуальной и дает ее шанс на долгое життё. Виктория Теляпкова, Дмитрий Котов, новини Витебск. Претенденты з нашага рэгіёна на перамогу народнага шоу «Я магу» працягваюць барацьбу за галоўны прыз тэлепраекта. Заўтра свае таленты прадэманструюць вакалістка Тацяна Літвінава з Верхнядзвінска, віцяблянін-бітбоксер Ягор Міхайлоўскі і паспрабуе рассмяшыць строгае журы Александр Якаўлеў з гарадка. Напярэдадні выступлення з канкурсантамі сустрэўся Віктар Праліч. Калі ўжо і жартуе тут, то ні ў якім разе не за агнём. Часцей за ўсё каларытны жарт чутны тут з вусну Александра Якулева. Язык дыспетчера аператыўнага ўправлення МНС гарадка давёў не да Кіева, а да народнага шоу Белтэлерадой кампаніі «Я магу». Прачытаў маналог Владимира Винокура, он чытаў яго ў 80-м году. Вот недавно, кстати, смотрел передачу об этом. Это был его первый монолог, который написал для него Леонид Аркадьевич Якубович. Потом я прочитал байку Олеся Ставера «Ди причина довголетия». Ну и спел немножко половину песни «Все могут короли» в той аранжировке, которую поет Витас. Но, судя по реакции жюри, я не понял, прошел я дальше или нет, скажу честно. Его коллега по сцене проекта «Головного медиахолдинга Украины» Татьяна Литвинова покорить жюри вырешила вокальными здольностями. Ни один концерт Верхнядзвинского района не проходит без ее уделу. Признается, что Марис про великую сцену, але нават на малой родиме уже поспела набыть поклоннику своего таленту. Я теперь пою, и мне нравится, и я... Меня это вдохновляет, это поднимает мне очень настроение, музыка, я без нее не могу. Гэта сціплы супрацоўнік Цэнтра культуры «Віцебск» Ягор Міхайлоўскі ўжо 4 гады займаецца бітбоксам. За пагрозлівай назвай хаваецца звычайнае мастацтва стварэння мелодыі пры дапамозе галасавога апарата і артыкуляцыі органамі рота. З такім захапленнем Ягор ні на хвіліну не развітваецца. Репетирую я у себя дома. Вот, и как бы много времени отдаю это, ну, по 3-4 часа. Бывает вообще, на самом деле, я репетирую везде, я стараюсь везде репетировать, потому что нельзя отпускать время, когда идет творчество само по себе. Віцебская тройка выйдзе на сцэну ў гэту суботу. Тэлеверсія, як звычайна, пачнецца ў 19:20 на Беларусі 1. Уключаем кнопку галоўнага канала краіны і галасуем за нашых землякоў. Віктар Праліч, Александр Петравецкі, навіны Віцебск. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. Синоптики поведомляют, завтра по области будет облачно с прояснениями, без истотных опадков. На особных участках дорог гололедица. Ветер полдневый 4-9 метров за секунду. Температура по ветра ночью 0-5, днем +1-6. У Витебску без истотных опадков температура по ветра ночью -1-3, днем +2-4.